Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на очередного героя 12.12. Это будет Фрея. Вот такая вот сборочка. 12.12, Бастион 8.8, Ангел. По снаряжению стоит доспех. Со звездиями собрано на крит удар и крит сопротивления. То есть она у меня часто критует. Артом топор. Рунами стоит утекание. Давайте посмотрим на изменения, какие были. Так, на 10 уровне она в течение 3 секунд наносит урон равный 260% от атаки вражескому герою. С наименьшим здоровьем также призывает одного голубя на 12 секунд. Кулдаун 4 секунды. То есть фактически из нее всегда 3 голубя. Также у нее встроено ограничение 18 тысяч урона за удар. Имеет быстрое восстановление энергии. Что у нас меняется? На 11 уровне у нас идет прирост атаки 20%. Больше ничего у нас не меняется. И на 12 еще плюс 30%. Помимо этого мы получаем бонусы от судьбы. То есть увеличивается ее атака, уклонение, крит, крит сопротивления, точность. Сейчас вам покажу. Вот бонус судьбы. То есть еще дополнительно. Побежали. Потестим в рейдах. Так. Тут стрелок, а тут стрелка нет. Смотрим на урон. 180. Все, череп пропал, горгул пропал. Ну, как видите, без проблем. Девять процентов, у нас база пустая. Так, что у нас тут? Тут стрелок. Ни одной базы без стрелка. Так, смотрим. 150, 221, 102, 186, 209. Все, минус, минус. Как видите, минусует героев только так. Так, теперь череп. Вот видите, какой плюс. Она с черепа снимает его щит. Так, ну тут мы, наверное, уже не выживем. Да. Ну, двоих героев ушатали. Урона, конечно, у нее очень много. Так, ну давайте какие-то интересные расстановки. Ну, давайте тут потестим. 320. Вот большой плюс, то, что она снимает своим умением положительные эффекты, то есть она фактически снимает щит с черепа, и он просто неуязвимый. Уязвимый, точнее, получается. Так, ну тут в принципе все понятно. Сейчас, возможно, найдем какую-то интересную базу.
Хотелось бы, конечно, с топовыми героями и без стрелка. Хотя, в принципе, можно и со стрелком. У нас все равно быстрый заряд. Ну, сами все видите. Очень боится стрелка данный герой, как и много урона. Ограничение всего-то 18 тысяч, но жизни у нее очень мало. Поэтому талантом лучше всего и ставить либо стойкость, либо бастион. Я поставил бастион, потому что он дает помимо жизни еще и урон. Ну, 435 тысяч прилетает. 300. Ну, даже стрелок, в принципе, нам не страшен. Все, базу зачистили. Вот вам 12-й скилл. Это без бафов. Разобрали. Это все благодаря тому, что стоит воодушевление. Ой, тьфу ты, воодушевление. Быстрый набор. Как видите, криты. Ну, урон как-то непонятно, рандомный очень. Но бьет очень круто. А вот тут все. Добрались до нее. И плюс стан. И мы ничего не можем сделать. Вот так. Есть вариант вместо ангела брать слона. Тогда будет получше спасать от стана. Так, смотрим. Ну, настолько такой урон, что просто не показывает даже. 250. Все, 450. Череп пропал. Ну, опять базу разобрали. Так, смотрим тут. Арес пропал, малышник пропал. Вот тут сейчас у нас могут быть. Да, тут скорее всего. Видите, стан, мы ничего не можем сделать. Она просто стоит. Даже с утеканием. Если она встанет, ее очень быстро сливают. Так. Смотрим. 200, 300, 200. Все, хранитель пропал. Так, стрелок. Успеем или нет? Мне, скорее всего, что не получится. Ну, практически. А, это был Фрэнки. Фрэнки тоже мы разобрали успешно. Давайте потестируем на подземке, на жестоком 8-10. Смотрим, что у нас тут будет. Так, 160 тысяч. Ну, героев она тут, как видите, убивает по одному без проблем. Просто с одного удара уносит. Круто. 1 300 000. Ну, как видите, очень часто криты проходят. 1 500 000, 600. Это без бафов. Так, давайте немножко ворожая кинем. Под хил дадим. Ну, немножко подхила и все. Без проблем. Так, центрального дракона убили. У нас бегают только мессы остались.
Единственный минус, нельзя ее особо ставить в дев, то что ее вертолетики видны, на них можно зависать. С другой стороны, это плюс, потому что герой агрится на вертолетики эти, и она просто может издали себе убивать. Ну, как видите, урона дофига. Немножко отхила и все. Так, хорошо, давайте потестируем в экспедиции. Тут урона поменьше, но хватает. Так, против нас такая же. Рину снесли. Ну, а теперь она просто будет воевать. Так, черепа убили. Кто там у нас следующий? Фрейю такую же бьет. Да. А вражеская Фрея, она бьет моих голубей. Так, что у нас в итоге получается? Сейчас посмотрим, сможет ли она затащить. Думаю, сможет. Сейчас самое главное слить вражескую Фрею. Так, все, мы это сделали. Теперь без проблем черепа одержимого. У нас даже стрелок тут есть. Вот так вот. Разобрали всю базу. Так, есть. Давайте еще потестим. Тут, конечно, послабее противники. Два удара героя просто нет. Круто. Конечно, там не особо большая разница в прибавке, но она заметна. Благодаря тому, что еще атрибуты дает сам бонус судьбы при прокачке. Так, что у нас тут? Смотрим. Так, ну-ка, кто кого? Так, бьем стрелка. Все, стрелка ушатали. Теперь убиваем всех остальных без проблем. Хранитель. А, тут такая же один в один Фрея. Ворожея слили. Все, а теперь вечный бой. Они будут очень долго так бить друг друга. Ну, как видите, справляется. Так, вот тут интересная расстановочка, смотрим. Не дают ей зарядиться. Так, вот теперь зарядилась. Смотрим. Включился вражеский ворожей. И все, тут, я думаю, мы ничего не сделаем уже.
Единственный вариант вот так вот всех бросить, все равно сольемся. Но, как видите, Фрея еще жива. Так, хорошо. Давайте посмотрим на нее в королевской битве. Какой будет она урон выдавать? Ну, честно говоря, не особо. Мне, смотрю, новый герой намного больше урона наносит, чем Фрея. Как-то странно. Давайте еще потестим. Конечно, тут намного больше урона наносится в количестве, но там заметно намного, что урон выше, там сразу 5 целей идет, а тут она бьет по одной. Ну плюс у нее дополнительно есть вертолетики. Да, вот так вот, в принципе, все. Вот особо тестировать на других локациях смысла нет. Давайте еще в забытые потестим. Заберем 10 пачки. Вот поставим в пачку вместе. Так, есть. А сюда кого мы поставим? Сейчас кого-то интересного. А можно поставить вот так Анубиса. Ну, давайте посмотрим. Ну вот они вдвоем. Без проблем. Так, а тут мы не сохранили пачку. Да, ну думаю, и так справимся. Так, вот тут будет сейчас интересно посмотреть. Нам дали молчанку. Но дерево... Ай-яй-яй, не успели, чуть-чуть не успели. Тут должны мы затащить. Ну и тут тоже, думаю, затащим. Так, есть. Вот давайте попробуем здесь против Некроса. Посмотрим, сможет ли они затащить. Очень быстро слились. О, ведьма. Тыковки, они взрываются и наносят очень много урона. Так, что тут у нас? Тоже сольемся. Так, а тут как раз таки вражеская Фрея. Но, как видите, она что-то не особо у него бьет. Аня, ну из-за того, что у нас есть стрелок в этой пачке. Так, что тут? Афина. Тут нас сольют, скорее всего. Угу.
Видите, много урона, сразу все ее бьют и все. Ее просто сливают, неважно какой там у вас будет талант. Ну и последний заходик. Так, на нее повешали молчанку, но вот она начинает бить. Опять резнуло дерево. Вот дерево хорошо резнуло всех. Смотрим. Не, все-таки, наверное, не успеет. Так, молчанку. Ну, ангел, чуть-чуть не хватило. Так, есть. Ну, в принципе, все. Вот такой вот был у нас обзорчик на Фрею 12.12. Прирост есть, заметен, но тратить кучу кулаков не особо советую. Хватает и 10.10. Реально лучше прокачать там стрелка, друида для архидемона. Кого, кто там у нас еще есть с таких, дерево то же самое, тоже будет интересно на 11 даже прокачать. А тут, в принципе, просто прибавка к урону. Ну, не знаю, дамага у нее и так хватает, реально очень крутой герой. Все, пишите комментарии, кого вам следующего сделать обзор, подписывайтесь на канал и, как обычно, ставьте лайки. Всем пока.